Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодняшнее видео у меня уже очень многие просили. У меня уже было подобное видео на канале. Мы сегодня опять будем с вами на игральных картах, на тузы, будем с вами загадывать желание. То есть будем с вами смотреть, сбудется оно или нет. Перед вами 4 варианта. Загадайте про себя свое желание, которое вас волнует на данный период. Именно то, что сейчас важнее всего для вас. Проговорите свое имя, дату рождения и загадайте цифру. Можете даже не одно желание загадать, можете и два желания загадать, а может на все и 4. И мы с вами будем смотреть, исполнится ваше желание или нет. Ну что, я думаю, что, наверное, каждый уже загадал свое желание, каждый выбрал свою цифру. Давайте смотреть. Итак, эти мы пока отодвигаем. Смотрим первым, кто выбрал цифру 1. Итак, сбудется ли ваше желание? Сейчас мы спросим у карт, что они нам подскажут. Так, в первом варианте уже сразу 2 туза вышло. Смотрим. Так, за второй раз пока нет. Сейчас смотрим третий раз, последний. Повезет вам или не повезет? Так, есть. Нет, в первом варианте, к сожалению, нет. Причем здесь, смотрите, у вас, в принципе-то, и вышло почти все, ну, кроме одного. То есть, я могу сказать так, что, скорее всего, какие-то идут у вас либо бумажные какие-то волокиты, какие-то финансовые вопросы, а вот, может быть, кто-то кредит оформляет, кто-то оформляет какую-то сделку, решает вопросы. И вот последний туз как раз у вас не вышел. Идет позиция, что, скорее всего, будут какие-то у вас проблемы, что вы не сможете с кем-то договориться, что-то вот обсудить, решить. И это будет основной причиной, почему у вас не получится непосредственно ваш вопрос, то есть то, что вы загадали. То есть очень много будет зависеть от разговоров, от того, как вот вы сможете повлиять на человека, либо на ситуацию, как вы сможете договориться. Поэтому вот у вас идет так. Так, это кто выбрал цифру 1? Смотрим вторую. Сейчас я... Чтобы вместе не складывать. Так, теперь смотрим второй вариант. Повезет ли вам? Так, есть. Так, первый раз пока только один туз вышел у вас. Сейчас посмотрим дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
Так, раз, два, три. Так, есть. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Второй вариант тоже нет. Причем здесь у вас, понимаете, будет такая ситуация складываться, что как бы 50 на 50. То есть будут такие моменты, как будто какие-то будут у вас препятствия. Будут какие-то неприятности, какие-то могут всплыть даже подводные камни, какие-то неожиданности, которые вы, скорее всего, можете не просчитать, что-то не предусмотреть в вашем желании. И из-за этого может так получиться, что ваше желание не сбудется. То есть это может быть связано и с другим домом, и может быть связано с другими людьми, с обстоятельствами. Но пока не зависящие даже от вас обстоятельства не дадут вам решить вот ваш вопрос. Вот у вас пока так. Так. Это кто выбрал вторую? Давайте теперь смотрим третий. Так, давайте посмотрим третий вариант. Может быть, у троечек полностью сбудется желание. Сейчас с вами посмотрим. Потому что первые два варианта пока все тихо. Так. Так, есть. Так, пока только один туз вышел. Сейчас посмотрим дальше. Так, и последний раз смотрим. Так, есть. Последний туз тоже у вас вышел. Но троечки, у вас однозначно исполнится ваше желание. Причем, смотрите, у вас прям вот самым-самым последним вышел туз. Это говорит о том, что несмотря на сложности, несмотря на препятствия, может быть, кто-то устраивается на работу и ждет приглашения, ждет, когда будет встреча, чтобы договориться. И вот, наконец, у вас это получится. То есть, несмотря на сложности, потому что, так как у нас уже вышел последний самый туз, значит, будут какие-то проблемы, но вы их преодолеете, сможете решить, и однозначно ваше желание исполнится. Так, ну и давайте смотреть сейчас четвертый вариант. Посмотрим, как у вас, сбудется ли. Так, пока только у одной цифры сбылось желание. И давайте смотреть цифру 4. Есть. Сразу три туза вышло. Это хорошо. Сейчас посмотрим дальше. Так, второй раз нет. Ну и смотрим. Третий раз, последний, выйдет у вас туз или нет, повезет вам или нет. Нет, в четвертом варианте тоже нет.
Причем здесь, смотрите, вроде вы уже будете прям вот к достижению, прям вот к цели уже совсем. То есть вот прям вот все уже, все сделаете, все. И какая-то малейшая ошибка, то есть какой-то вот малейший промах, и, скорее всего, это с вашей стороны может быть. Либо кто-то что-то, знаете, как послушаете, кто-то что-то вам скажет, может быть. Вы послушаете чей-то совет, что-то вот повлияет на вас, на ваше решение, и вы можете все изменить, и, соответственно, получается, что не совсем полностью реализуете то, что вы загадали. То есть здесь вот у вас идет такой момент. Причем здесь неосознанно у вас это будет, и вы потом уже вернетесь и поймете, что а вот упустили возможность. Ну вот четвертый вариант идет так. Ну вот так вот у нас сегодня с вами получилось гадание. Я поздравляю тех, у кого вышло, что исполнится желание. Ну, у остальных не расстраивайтесь. Я еще буду делать подобные видео, будем еще с вами смотреть. Но я вам желаю, чтобы вот все-таки ваши желания исполнялись и очень быстро. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока.